Всем доброе утро, ребят. Надеюсь, оно доброе после вчерашнего резика. Я еще потом шуганулся, но потом вам это расскажу, кто смотрел. Можно запишу видосик. Короче, это просто жесть. Нельзя такие игры играть ночью. Так, что у нас сегодня? У нас обзорчик рынков. Поехали, посмотрим, что у нас сегодня интересного есть. Спри, значит, 1 плюс 1. Да, 1 плюс 1 пак на английском сервере. Санды Спри. Поехали, сразу же глянем, чекнем. Один такой покупаете, один такой дают в подарок. Довольно-таки неплохой пак. 300 молотков, ребят. Молотки просто бешеным темпом продают. Не знаю, что будет, а у вас сам пак. 1023 тысячи. Ну, тоже неплохой. Это для тех, кому уже делать нехрен, как я. Такие паки. Так, продают камешки, значит, сегодня должен быть найм. Сейчас посмотрим. Так, Космо. Зефира 15, Роза. Такое себе. Огник. Как видите, по целым героям нехти на английском сервере. А вот на немке реально крутая тема. Так, Fortune Hunter так и есть. Ну, спины у меня есть гифт-карты эти. Надо будет посмотреть амазоновские. Есть возможность Samsung Galaxy Note выиграть. Так. Simulation Bonanza. Ну, такое себе, здесь ничего не меняет. Проспектор. Понятно. Так, разбей яйца носорога. Девятый ожог. Суперсила. Вот такое. Пират. Пират, наверное, такой же, как и был. Карточка за бесплатку. Чё неплохо. По крайней мере, лучше, чем на остальных. Смотрите, еще одна карточка. Да ладно. Прям карты. Это вообще что-то непонятное было. А где герои? Ребята, где самое интересное? Где герои? Где стрелок, где Анубис? Уже перестали их раздавать, что ли? Смотрите, вообще нифига не падают. Одни расходники. Офигеть. Просто офигеть. Айджиджи. Что это такое? Но все равно плюхи расходники довольно-таки крутые. Так, остров. Понятно все. Билты пак есть. Наверное, тот же самый. Да, тот же самый. Кстати, скины на Минотавра надо будет посмотреть. У меня их не хватает. И камешки. Ну, нафиг не надо. Мне интересно, скажем так. Нету азарта уже качать того, как раньше было вливать в эту игру. Просто понимая, что завтра оно будет дешевле, какой смысл? От этого ты ничего не выигрываешь. Так. Ну, рынок как рынок. Ничего такого сверхъестественного. Десятые эмблемы начали продавать. Три десятых эмблемы. И Барт, ну я не знаю, это неоправданный пак, как по мне. Лучше спришки вот эти мелкие. Ну, есть Accumulation. Ну, за 20 баксов, в принципе. Можно забрать вот это вот все. Вот так вот. Довольно-таки неплохой вариант. Сейчас я гляну, чем у меня по этих скинах. Байт, понятно. Минотавра скин, по-моему, если я не ошибаюсь, недокачанный. Да, Минотавр. Остальных скинов эти уже все пошли докачанные. Так. Ну, здесь я уже все забрал. Здесь у меня максималка. Мы сразу же туда забрали все. Не париться. Кстати, надо книжечек набрать. Надо 30 книг, ребят. 30 книг надо для того, чтобы набрать сразу же фуловый. Если вы хотите. Пас. Мы не париться потом целый месяц вот это не дротить. Взяли 30 книг и все. Ой, хорошо, кофеек идет. Так. Фонтанчик на немке открыт. Вот так вот. Здесь у меня, по-моему, вольта нету.
Вот у меня есть на русском сервере. Здесь я... Ой, тьфу ты, это ж русский сервер. На немке. Это ж русский сервер. Вот как раз таки у меня здесь есть. Что я перевтыкал. Так, что у нас есть? Необычные, цветущие яйца, охотник за богатством, бонус, магическая рулетка. Ну, это купон, который похерили, кстати. Вот как-то, знаете, посмотреть купон. Ну, печальный купон, то понятно, печально. Все, руна таланта, 3 штучки. Было раньше круто. Они говорят, что это рандомчик, и этот рандомчик либо первый, либо второй день тебе выпадает купон. Всегда. О чем это говорит? Какой нахрен рандом? Вот IGG. Вот вы там вечно, вот, когда какая-то хрень, люди пишут, это рандом, это рандом. А как вот такая вот хрень, чтобы задонатить, то как-то странный очень рандом. Каждый раз выпадает всем купон. Вот я реально знаю. Единица людей только, которые купоны, возможно, не вытаскивали. Наверное, 90% даже больше людей, они просто тупо купон получают. И это случайность. Набор одного самоцвета. У меня места нету особо. И он места столько набрать, блин. Я уже даже на мешанию, честно говоря, забил, потому что что-то вообще такая лень фармить вот это все. Вы даже себе, хотя что, не представляете. Думаю, многие из вас представляют, что это такое. Так, две сумки. Достаточно места на складе, но все как всегда. Так, окей, поехали. Немка должна обновиться. Вот на немке, немка вот самый кайфовый сервак, который живет своей жизнью, и у них все хорошо. 1+1 и календарь. Календарь мы, по-моему, вчера пропустили, если я не ошибаюсь. Я вчера поленился. Да давай заходи. Что ты тут пишешь? Да, вчера мы пропустили, сегодня мы получим Вервальдлук Шмиттл 50 штук. Ну, короче, вы поняли, точно так же, как и я. Так, 1+1 у них пак действует. У них написано нормально, четко, 200%. Вот. Нормально написали, что ты получишь еще такой же пак. Но цены... Честно, вот по донату что-то немка сейчас, ну, печальная. За питомцев затрату получаете тоже довольно-таки, я считаю, обалденные плюхи. Это, в принципе, неплохо. Так, это у нас с вот такого вот ребятушки. Просто печеньки, по 20 печенек, даже по 20. Но вот тут вот вообще просто кайф. Вот я не знаю, вот реально немцы красавчики. И зефира, ой, огника можете, и розу собрать, все что надо. Так, еще какая-то акция, а, это понятно. Так, давайте тут заберем. Куча плюх, куча халявных плюх. Немочка реально радует. Такс, хорошо. Поехали еще Тайвань чекнем, что там есть. Буду проходить вам супер-мега-битву гильдии. Ну и атаку фортов ждите. Будем фаниться с вами. Такс. Че такого нету в воскресенье. Меня отдыхают все. Накопление. Ну, такое не ахти.
Видите, на некоторых серваках плюхи, как и на русском, прижимает. Вот Тайвань сейчас не очень, снова говоря, по плюхам. Вот тайванская настолочка. Зефир, десятка, десятка, десятка. Осколки. Ну, здесь вольт есть. Блемка, неплохо. Ну, тоже неплохо. Кстати, вот здесь только при виде друга осталось. Точнее, и было. На остальных серваках не было. Как-то странно. Так. И только здесь охрененный просто, ребят. Просто охрененный. Вот не знаю, мне нравится больше всего вот такая вот тема. Да, здесь камешки, возможно, лишние, но здесь возможность дособирать всех. Смотрите, два осколка зефира. Вот этот зефир мы собираем его осколком. В принципе, неплохо. И падает он. В прошлый раз я заходил, он упал. Сегодня упало два осколка. Реально падает очень круто. Вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.